Огромный рюкзак Буфо. Я принес много вкусняшек. Привет. Убери свой старый рюкзак. Тебе должно быть тяжело, да, Буфо? Тебе должно быть тяжело с таким рюкзаком, Буфо? Нет, я могу все понести сам. Давай, давай! Каким же будет сегодняшнее путешествие Буфо с этим рюкзаком? Давайте посмотрим. Твой рюкзак слишком тяжелый. Ой, у Буфо столько неприятностей из-за этого рюкзака. И как ему веселиться? Я больше не могу его нести. Буфо, осторожно! Боже мой! В будущем выбирай для себя посильную ношу. И какой урок вы усвоили из сегодняшнего видео? Тайная комната за полкой. Они точно тут нас не найдут. Поиграй с нами, поиграй. Брат и сестра Берри такие активные. Полочка двигается. Так, оказалось, что за полкой была тайная комната. Это будет нашей тайной комнатой. Давай ее украсим. Дети, пора обедать. Нет! Сможет ли мама Берри найти друзей? Хм.
Я так переживала за вас. А что это за тайная комната такая? Это я ее сделал. Куда теперь? Вульфур! Вульфур! Привет! Вульфу, давай найдем место получше. Вульфу, только не заплывай далеко, а то ты можешь потеряться. Не переживай, я знаю дорогу. Вперед! Боже, Вульфу не послушал предупреждение мамы. О, нет! Вода пропала! Не переживай! Давай я помогу! Как интересно! Что же сделает Молли, чтобы помочь Вульфу и Панду? Оказалось, Молли решил сделать подземный бассейн. Вульфу! 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 Уже поздно. Пора возвращаться. Как темно. Я не помню дорогу назад. О, нет. О, боже. Дети, опасно заходить так далеко. Прости, я просто хотел найти крутое место поиграть. Тюрьма для зубов. Вульфа, давай играть вместе. Ты снова забыла почистить зубы. Играй сама. У меня нет неприятного запаха изо рта. Люси думает, что у нее нет проблем с неприятным запахом изо рта. Что ж, давайте посмотрим, для чего Вульфу позвал Панду. Люси! Люси, хочешь поиграть в полицию? Да! Вперед! Бежим! Помогите! Помогите мне! Смотрите, кажется, Панду планировал, что Вульфа поймает его в этой игре. Ух ты, детишки! Вульфа построил две зубные тюрьмы из картона. Со своей тюрьмой! Вау!
Готово. Что ты делаешь? Эй, ребята, пора кушать. Пони, поев и попив, Люси не вынесла мусор и легла спать. А панда очень чистый и опрятный. Как твоим зубам находиться в твоем вонючем рту? О боже! Взгляни на эту тюрьму! Мама ушла. Уберите игрушки. Новые игрушки. Ты поможешь мне приготовить обед? Алло? Боже мой! Ни папа, ни дети не помогли маме убрать в доме. Смотрите, мама готовит и убирает. Это тяжело. Идем. Вау! В этой коробке много воспоминаний семьи Вульфу. Мама! О нет! Наверное, мама разозлилась из-за того, что мы ей не помогаем. Давайте сделаем дела! А теперь все трое поняли, как маме сложно. Что произошло? Прости, теперь мы будем помогать тебе по дому. Прости, мама! Больше не исчезай! Ребята, помогайте маме по дому! Портал Вульфу. Смотрите, Вульф вышел из портала. Хм.
Вульфу, ты опоздаешь в школу? Не опоздаю. У меня есть пушка-портал. Вау! Вульф во мгновение оказался в школе. Шикарно! Они почти все уже проданы. Как ты быстро? Ничего особенного. У меня есть роботы получше. Приходите ко мне. У меня самые лучшие игрушки. Так-так, что же теперь будет делать Вульфу? Боже мой, что Вульфу хочет сделать с игрушками Буфо? Та-да! Где мои игрушки? Вульфу хотел подразнить Буфо. О нет, Буфо заметил Вульфу. Отправляемся домой. Вульфу, кажется, с пушкой проблемы. Прости, я больше так не буду. Давай вернем тебя домой. Розовый домик на дереве и черный домик на дереве. Мы сделаем его самым лучшим домиком на дереве. Нет, он будет черным. Упс, рука дернулась. О нет, Люси такая балованная. Я сделаю вам другой. Каждый из ребят захотел домик на дереве своего любимого цвета. Папа! Папа! О, боже! Почему бы вам не позвать друзей? Так, посмотрим, какой домик понравится больше? Розовый или черный? Хе-хе.
боялся. Хочу поиграть в машинки. Я голодный. Хочу пирожных. Вульфу, Люси! Папа, помоги! Наши друзья не могут выбрать лучший домик. Я выбираю оба. Вы оба молодцы, но если будете делать все вместе, будете еще счастливее. Вульфу! 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 О, где же Вульфу? Вульфа, что случилось? Мне жаль. Нет, нет, нет! Нам жаль! О, Вульфа постоянно беспокоит его друзья. О, нет! Мне жаль! Я хочу сделать тайник, чтобы там играть. Но это слишком сложно. Ну, что задумал Молли? Можно поиграть вот там. Но немного тесновато. Иди сюда, Вульфа! Я понял! Пока! Ух ты! Оказывается, Молли задумал создать секретную комнату в школьном шкафчике. Мне нужно пойти в туалет! Боже мой! Кроме Молли, никто не знает, где находится Вульфу. Ребята, кто-нибудь из вас видел Вульфу? Вульфа! Вульфа! О, нет! О, нет! Вульфа разозлился на нас! И так он ушел! Ребята, я знаю, где Вульфа. Вульфа! Вульфа, ты заставил нас всех так волноваться? Мне жаль, я просто хотел найти тихое место, чтобы поиграть. Я понимаю, но если ты идешь куда-то один, то должен сказать мне. Ой, если кто-то случайно закроет шкафчик, как Вульфа выберется? Я понял! Тюремная башня. Итак, дети играют в полицейских и воров. Готово! Мы должны сделать несколько тюрем, чтобы поместить их туда. Смотри! Дети, здесь так грязно. Мне нужно убраться. Не грустите, нам просто нужно переставить ваши тюрьмы. Да! Что предложила мама?
часы. Давай! Вперед! Ух ты! Вульф и Люси расположились друг над другом, чтобы сформировать сверхвысокую башню-тюрьму. Они такие умные, правда? Клетки для Уэнсдей и Эннит. Вау! Сегодня Люси и Нэнси так прекрасно выглядят в своих платьях. Мое радужное платье такое красивое. Мое намного лучше. Вау! Пойдем спросим у Вульфу. Вульфу, ты можешь мне помочь? Нет! Девочки совсем не хотят друг другу уступать. О, нет! Быстрей! Прячься, пока Вульфу не увидел! Нет! Мы должны ее починить. Как Люси и Нэнси починят тюрьму Вульфу? Зачем ты использовала столько цветов? Ему понравится цветная тюрьма. Ему понравится моя. Вау! Они такие креативные! Какая тюрьма вам нравится? Нэнси или Люси? Что вы делаете? Мы ее случайно сломали. И мы пытаемся починить. Вульфу простит Люси и Нэнси. Прости! Классно! Мне очень нравится! Спасибо! Ой, они знают, как признавать свои ошибки. Ребята, признавайте свои ошибки, когда вы не правы. Давай поиграем!